Новая точка роста в Прикубанском районе. Торжественно открыли место притяжения для школьников села Аталык. Ребята продемонстрировали на практике свои знания по химии, физике и биологии, используя современное оборудование. Репортаж Дарья Тындит. Десятиклассник школы села Талык активно движется к будущей профессии. Карим Тюнаев мечтает с детства стать врачом. Благодаря новой цифровой лаборатории школьник подробно изучает биологию, химию и использует свои знания на практике. Карим определял частоту дыхания, подключив специальное оборудование. Этому он научился во время внеурочной деятельности. Эти все приборы нам помогают людям выяснять, какие у них сердцебиение или дыхание. Можно понять, что у них какие симптомы. Торжественное мероприятие в честь открытия точки роста проходило по всем правилам. Гостей встречали с хлебом и солью, а школьники подготовили зажигательные танцы и читали стихи. Точка роста – это сила. Точка роста – это класс. Новый кабинет в школе является центром притяжения для школьников села Талык. Возможности таких кабинетов велики. Новая цифровая лаборатория школьникам села позволяет проводить самые разные опыты и эксперименты. Ребята на практике через проектную деятельность узнают химию, физику, биологию на новом уровне. Цифровая лаборатория у нас «Релион» и «Битроникс». «Битроникс» – это у нас цифровая лаборатория по нейротехнологии. С помощью него мы можем спокойно определить электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, частоту дыхательных движений, легких и так далее. А с помощью цифровой лаборатории «Релион» мы можем спокойно определить датчиками освещенности, например, уровень освещенности кабинета. Мы можем определить с помощью датчика температуры, температуру раствора и так далее. Учитель химии и биологии отмечает большую заинтересованность школьников от самых маленьких до старшеклассников. Несмотря на то, что некоторые из них еще не изучают физику и химию, с проведением простых экспериментов ребята справляются. Благодаря внеурочной деятельности они узнают много нового и интересного и даже могут определиться с будущей профессией. Мы были вообще очень счастливы, когда нам объявили, что в нашей школе с этого года начиная будет функционировать центр образования «Точка роста». Такие классы открыты в 9 школах Прикубанского района. До конца 2024-го планируется открыть еще 3 в Ильичевском, Ударном и Счастливом. На протяжении всего учебного года наблюдала за работой каждого центра. Но хотелось бы отметить, что педагоги данного центра образования наряду с остальными нашими, также руководителями центров образования, проделывали успешную работу. Вы знаете, использование оборудования, цифрового оборудования требует достаточно кропотливой работы, но я думаю, они справились вполне успешно. Дарья Тындит, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.